Здравствуйте. Хочу сегодня вам рассказать интересный случай про лечение подростка 13 лет, который обратился к нам в клинику с жалобами на боль в зубе. Они ранее пытались 2 раза пролечиться в других лечебно-профилактических учреждениях, и лечение заканчивалось тем, что ставили временные пломбы на зубы, потому что появлялась боль у пациента, дискомфорт, и не складывалось как-то лечение и адаптация пациента на приеме. Пациент обратился к нам с тем, что у него уже скололась временная пломба, была жалоба на боль от холодного, горячего и на сладкое. На данном кейсе мы видим, что мы удалили временную пломбу, отпрепарировали полость зуба и очистили весь зуб от налета. Реставрация полностью восстановлена, форма зуба восстановлена, пациент доволен. По времени это заняло у нас всего лишь 30 минут. Мы смогли в первый же прием адаптировать пациента к нашему лечению. Пациент остался доволен и поблагодарил нас, сказав, что это было самое лучшее лечение в его жизни. Поэтому обращайтесь в клинику Dental Fantasy, и мы будем рады вам помочь.